Так, поспали. В машине. Позволяет экономить время. Практически в поле выехали, там подрыхли. Все, теперь едем в Луганск. В Луганске нас ждет дружба народов. Потому что народы хотят дружить. То есть там, допустим, какой-то дядя турок хочет дружить с простым украинским мальчиком. Ну, просто дружба – это всегда хорошо. Негр тоже хочет дружить, тоже на пол перчика. Все, будем это дело пресекать. Ну, владеет куда деваться.